Друзья, приветствуем вас у нас на канале. Сегодня у нас покажем, как снимать карты, дверные карты на Land Cruiser 100. Очень многие сталкиваются с проблемами и рвут пластик, ломают его, кожу портят. Вот, что начнем с чего? Откручиваем все болты, которые есть. Тут получается снизу у нас 4 болта. Сверху вот здесь вот 2 болта заглушки стоим. Вот здесь вот этот, вот здесь вот эта штучка. Кстати, нам надо вот просто 2 ножичка и фигурная отвертка. Все, больше нам ничего не надо. Там никаких специальных приспособлений. Здесь вот, значит, вот так вот просто утапливаем туда. Хоп. И вытаскиваем аккуратненько. Чик. Также делаем здесь у нас. Ну, здесь тоже 2 штучки. Утопили, утопили, вытащили. Все, но это еще пока легко. Самый главный вопрос у нас, как снять ее. Значит, дальше смотрим. Вот здесь у нас в ручке есть болт. Болт тоже надо снимать. Аккуратненько вот этот вот извлекаем экранчик. Он отколупывается вот просто с этой стороны. Здесь у нас болт. Откручиваем этот болт. Тоже. Так, есть. Дальше. Нам нужно снять вот эту вот рамку от рукояти. Значит, берем вот сюда вот ножичком, подлезаем. И вот так вот, хоп, то есть чик, и вот так снимаем. Чтобы вы понимали, как она устроена. Крепится вот на вот этих вот штуках, это защелки. То есть нам надо подковырнуть так, чтобы она чик подвернулась. Это на всех Тойотах-то. Так, дальше, опять же. Момент, который, на котором все вот это еще делают, но дальше уже начинает тупить. Здесь вот эту крышку нам надо опять же снять, под ней тоже будет болт. Чтобы эту крышку снять, ножичком сюда проваливаемся. Здесь нащупываем такую пружиночку. Так. Пружинка, пружинка, пружинка. Вот, нащупал пружинку. Нащупали пружинку и поднимаем ее. То есть задавливаем. Сейчас я покажу, как она выглядит. Вот эту вот пружинку. То есть ее ножичком вот так вот она у вас стоит. Вы ее нащупали, хоп, надавили ее, и она у вас выскочила. Ничего не надо делать, потому что тут потом скрываешь, все закоцанное, все заободранное. Ну и вот здесь еще у нас один болт. Его также мы снимаем, выкручиваем. Вот. Дальше нам нужно снять пищалку. Пищалка будет нам мешать поднять карту. Пищалка снимается просто. Ну, крышка от пищалки снимается просто. Ссовывается. Ну и, собственно, все. Здесь у нас также внутри есть 2 защелки. Оп, вот так вот отгинаем. Как надо обгинать? Так, ладно, не лезь. Так, ну и надо же опять же спустить стекло вниз. Я забыл это сделать. Ладно, не лезь сюда. Включи зажигание. Стекло вниз, чтобы нам было проще снять его. Вот и все. Дверная карта снята. Здесь не забываем фишку. Фишечку. Это на фишке освещения. Все, всем успехов, всем пока.